Ну что ж, начнем наше интервью. В гостях у меня Шотник Никита и Нирью. Привет, ребят. Всем здорово. Здравствуйте. Нирью, ты прям настолько жизнерадостный сегодня. С чем связана эта радость? Встал рано. Рано. Это во сколько для киберспортсменов? Это очень важный вопрос. Раньше, чем Никита. Раньше, чем Никита. Никита, а ты во сколько? Я, да, вот, недавно прям. Ну, давайте перейдем к вопросам. Первый вопрос, Никит, к тебе. Нирью недавно сказал, что на необитаемый остров он взял бы Азиза. А кого взял бы ты? Оптоволокно и компьютер. Вот так. Нирью, кстати, от компьютера отказался. Он сказал, что-то для жизни. То есть для жизни необходим компьютер и оптоволокно. Ну, если для жизни, тогда я бы взял запасы еды. Запасы еды. Но и питаться через оптоволокно. Еду заказать доставкой, в принципе, почему нет? Да, на вертолете. Следующий вопрос для Нира. Я точно знаю, что твой халатик, в котором ты сейчас сидишь, приносит победу. Готов отдать халатик Шотнику? В смысле? Не, у меня свой есть. В прямом смысле. Только синий. Твой халатик приносит победу. Готов ли ты отдать халатик Шотнику? Это намек на то, что победа будет. О, Шотник, понимает, о чем речь идет. Просто не озвучивал. Ну, в общем, не будешь отдавать. А мне подаришь когда-нибудь? Нет, другая Азизу. Мы с ним будем по очереди. Приедете на ЛАН, как бы в отель заселимся, там халатиков уйма будет. Можно брать любой. Вот топ-топ гайд от Шотника в прямом эфире. Далее. Никита, я точно знаю, что у Беовульфа 3 отметки на арте. Признавайся честно, сколько боев и отметок у тебя на арте? Ну, на этом аккаунте, который у меня сейчас, у меня вообще там арты нету и боев, соответственно, тоже. А вообще были на первом аккаунте? Да, были, у меня там 261 ГВЕ, и Бачата выкачал 58-го прям за день до того, как его перевели на десятку. Ничего себе. А я точно знаю, что у Нирью на ГВ-Тигре 296 боев, 58% побед, на 212 там 202 боя, 63% побед, на ГВ-Пантере 199 боев, 57% побед, и в общей сумме на арте у него 1536 боев с общим процентом 60%. Как вы это прокомментируете? Такое чувство, как будто мы еще записали всех, кто анонимных алкоголиков. Нет, анонимных артоводов. Да, анонимных артоводов. Не, ну я уже излечился, поэтому я ухожу с этой секты. Поэтому у тебя ни одной десятой арты нету, не докачал. Нет, конечно. Отлично. Ладно, ребята, расскажите, как часто в рандоме фокусят по нику либо по статистике? Мешает ли это вообще? А, ну, давай, Нир, начинай. Ну, у меня свои так частенько убивают, вот. И я не знаю, с чем это связано. Но фокус, да, часто это такая штука. Часто еще штука, это когда на тебя упарываются. Ну ничего, я уже привык. И мне теперь радостно, когда на меня такие три чебурашки вываливаются с апельсинов. Ладно, Никита, а тебя как-то это... Ну меня прям ногами там вообще все подряд. Арта, союзники, 46-процентные всякие там. Это, ну, на самом деле это уже невозможно, и я не знаю, как к этому привыкнуть можно. Особенно, когда ты потеешь, стараешься, а на тебя просто сам арта фокусит. Понятно. То есть проще вот иметь статистику такую усредненную, желтенькую, и без зоопарка кататься в рандоме. Ну, конечно, да. Отлично. Я думаю, что у меня никогда меня никто не забирает, не убивает. Ну и давайте по традиции пару слов в адрес болельщиков и зрителей. Давай, Никит, с тебя начнем. Ну, в адрес болельщиков. Болейте за нашу команду, мы не подведем. Верьте в нас, и все будет хорошо. Нирью, а ты что скажешь? Ну, не факт, что мы не подведем, но мы будем стараться. Ну, короче, будем стараться играть, показывать свой максимум. Главное... Верить, что превозмогем и смогем. Что ж, я надеюсь, коллективы обязательно поддержат и зрители тоже. На этом, пожалуй, все. Ребят, прекращаем интервью. В гостях у меня был Никита Шотник и Алексей Нирью. Всем до скорой встречи. До свидания.